Привет, ребятки. Сейчас 6:30 утра. У меня начинается работа. Сегодня вызвали пораньше, потому что на объекты приезжает комиссия. Какие-то большие дядьки. И нужно успеть то, как они придут. Все там убрать, чистить, вести порядок. Так что вы уже догадались, я сегодня опять работаю на щетке в Беларуси. Конечно, так такую рань просыпаться не очень-то хочется, но зато пораньше выйду. Сейчас садимся в машину и едем. Вот такая бывает утром Москва, без пробок. Утром вообще хорошо просыпаться, день тогда кажется подлиннее, успеваешь делать побольше, потом хочется пораньше ложиться спать. Сейчас будем проезжать мимо Крюковской станции. Железнодорожная станция. Вот здесь. Ну и автостанция. Крюково – это Зеленоград. Зеленоград – это часть Москвы. Вот впереди слева строительная площадка. Здесь строительство проводится. Сегодня сюда приедут проверка с мэрии Москвы, возможно, даже сам Собянин. И вот мне надо будет сегодня сюда подъехать. Сейчас к 6 утра уже быть на объекте. Так что едем. Ребята, утро, давайте быстрее. Что, забыли, где газ находится? Так и провоцирует поругаться с утра. А вот это старый Крюковский мост, или железную дорогу. Октябрьскую железную дорогу, это в сторону Питера. А это в сторону Москвы. Второй объект, который сегодня придут проверять. Там уже два дома сдали, которые строили по программе реновации. Меньше политики, больше трудового настроения. И едем. Я
ресторанком. Мы приехали. Вот у нас уже здесь ангар. Вот наш ангар. Закрыт, конечно, еще. Все, приехали. Человек, наверное, как раз хорошо спит. Снится ему хороший сон. Я сейчас его буду будить. А нечего спать. Быстро он проснулся. Злой, здорово. Ну так работать надо. Так, пёчку я получил. Идем осматривать технику. Я вчера помыл. Иногда работают, висят, не могут выскочить и отвалится у нас отвал. Проверим масло, рис, гидравлику и водиться. Ух, сегодня хорошая погода будет, солнечная. Можно было на велике приехать, но я почему-то решил вот еще не забыть заправить трактор соляночкой. Ладно, иду проверять. Мне неудобно немножко держать телефон в руках и работать, но зеленое, солнышко светит. Прям охота работать. О, я один не сплю. Уже начальство прям с утра звонит. Уже меня потеряли, ждут. Какое небо красивое, без единой тучки. Деревья цветут. Все, приехал я на объект. Сейчас начинаем зачистку. Сейчас надо возле столба этого проскочить. Нам как-то получится. У нас
работают прорабы даже. С лопатами, с метелками. И сам главного директора. Так что работать — это не стыдно. Работайте, ребята. Вот постелили кусок асфальта здесь, сделали мусор. Мне вот это надо убрать сейчас. Так что тут работы немного, и перехожу вот туда дальше на те объекты. 8 утра, я уже промел 3 объекта. Вот остался еще один. Жара уже градусов 35-40 в кабине. Окна открывать нельзя, потому что пыль в кабину идет, дышать нечем. Работаем при закрытых окнах. Ничего. Зато согреемся после зимы. Все бегают, суетятся, жареным запахло. Вот так. Здесь строят подъемник. Типа лифта наружного. Фура блоки привезла. Пошли на разгрузку. Ну, я пока здесь буду ждать. Вот и проверка эта. Вот сзади меня ходит. Сколько их тут понаехало. Все в белых касках. Так, работа у меня закончилась. Я уже приехал домой. Сейчас иду по делам. Хочу вам показать, как здорово я сегодня здесь, прямо от моего дома. Вот такой парк есть, зелененькая трава и вот одуванчики. Птицы поют, не жарко, не холодно, очень комфортная температура. Самое оно пройтись пешочком. Вот я сейчас пройдусь, буду наслаждаться этой красотой. Вот мой дом. Ну, сейчас покажу вам технику, с которой я собираюсь снимать день рождения. Я его буду с сумки вытягивать, показывать и рассказывать, что я сегодня с собой возьму. Вот это моя сумка. Откроем. Вот здесь. Здесь у меня вспышка. Батарейки я зарядил. Это Nikon Speedlight SB900. Очень хорошая. Я не полностью доволен. Это мой фотоаппарат. Это Nikon D700 Full Frame. Объектив 28-75 Tamron 2.8 светосила. Естественно, батарейный блок. Так что снимать я могу долго. Ну, здесь у меня еще есть объектив один, вот полтинник, стекло хорошее, на нем хорошо делают портретики, светосила 1.8, но я с ним редко снимаю,
И еще у меня есть один шерик. Это у нас получается Зенитар под Никон. Это Фишай. С ним можно делать хорошие рисунки. Но с этим объективом я очень-очень редко снимаю. Ну, держу его на всякий случай, пригодится. Есть такой у меня ремешок. И ничего не пользуется. Ну а здесь у меня в этом кармашке есть светофильтры, запасные аккумуляторы. В этом кармашке у меня есть разные отражатели.
Пошли на улицу, проводим съемки. У меня тут ассистенты есть, которые помогают. Немножко снимают. Вот один из них. Ветерок. Очень хорошо для съемок, вообще супер. И солнце низко. Очень хорошо падает свет. Все, съемки закончились. Мы хорошенько посидели, покушали тортик, пообщались. Но пора идти отдыхать. Я еду сейчас в деревню. Уже 8 часов вечера, начало 9. И буду потихоньку отдыхать. Все, всем пока-пока.